Всем привет! С вами канал Артмания. И сегодня я покажу наши покупки из светофора. Сегодня мы еще были в Магните. Магните я тоже покажу. Купили мы детские кашки. Они были у нас, сейчас скажу, по 49 рублей. Вот здесь, по-моему, также 200 грамм. Не знаю, я считаю дешево довольно 49. По 49 я еще не видела, да, вот 200 грамм. 6 месяцев плюс. Диме я покупаю совершенно разные, неважно, 6 месяцев или сколько. Вот, он очень любит каши. Взяла 4 штуки, но сейчас, я думаю, надо было взять побольше. Вот здесь мультизлаковая каша, фрутоняня, безмолочная. Ну, они когда, по-моему, безмолочные, дешевле стоят, а с молоком дороже. Вот, также они, по-моему, да, заливаются просто кипятком. И перемешиваются. Вот. В прошлый раз мы ходили, не было, в этот раз вот были. 4 штуки взяла. Ой. Колбаса. Колбаса докторская. Так. Ой. Ахаха. Так, что у нас там? Состав очень маленький. Вот, в принципе, фокусирует. И, наверное, большой. Не знаю, я не смотрела. Это муж взял колбасу. Стоила она 82 рубля. Ну, округлим 81,79, 82. Вот. Не знаю, тоже попробуем. Также я буду продолжать делать обзор на товары, открывая их, чтобы вы видели, что там внутри, что, как. Вот. Соус чили. Муж взял, они по 20 рублей стоили. Вот. Зеленый чили и острый, жгучий. Вот здесь у нас... здесь, 200 грамм тоже. Даже как тут 200 грамм, и тут такая большая. Вот. Также взял муж икру. Такую икру мы не пробовали. В прошлый раз мы покупали другую, по-моему. По-моему, другую. Здесь тоже лососевая, имитированная. Вот, она стоила 30 рублей. Да, 30 рублей. Вот, здесь все правильно. Вот, крышечка тут. Написано правильно, потому что до этого покупали мы, было кверх ногами. То есть написано икра вот правильно, а вот эта крышечка была снизу почему-то. Вот, он взял 2 штуки. Одинаковые. Лосось, вот, наверное, как раз красная икра. И также мы взяли на пробу чебуреки со свининой. О, и куриной. А, и курицы жареные, замороженные. Вот, ну, их тут довольно много, это килограмм. Они стоили у нас 77 рублей. Вот, ну, тут их можно увидеть. Довольно они большие такие. На них тоже я потом мы их, когда приготовим, я все так же там покажу дальше. Как это выглядело внутри. Не знаю, мне даже интересно, что там, что-то можно положить. Наверное, там мясо, жилки, наверное, скорее всего, мне кажется, свиные. Вот, и сейчас с вами также посмотрим, что мы купили в Магните. Магнит у нас был большой, гипермаркет, вот. Ну, немножко там тоже купили. Так. Ну, вот у нас продукты из Магнита гипермаркета. Вот, я купила кофе. Оно 119 стоит. Здесь, по-моему, 250 грамм, если я не ошибаюсь. Что-то не вижу, где написано. Короче, заваривать его можно в чашке. Я пью кофе только молотый. Растворимый я не люблю кофе. Я себе ее взяла. Вот. Также я взяла себе вафельки за 46 рублей 37 копеек. Ну, 47 рублей пускай будут они. Вот. Муж взял хлеб. Мы по отдельности расплатились. Вот. Хлеб у нас стоил... Так, где тут было только что? Стоил 30 рублей. Вот смотрите, насколько он мягкий. Вот, смотрите.
Очень-очень мягкий хлеб. Он очень такой, запах у него прям классный. А, тут, кстати, есть состав. Состав мука пшеничная. Высшего сорта. Дрожжи, соль. Улучшитель чего-то там. В принципе, химии нет. Я боялась, что будет. Но поскольку мне готовить сегодня уже некогда. Вот. Так. Также купил он кефир себе за 19 рублей. Он сказал, что прям вообще это очень дешево. Так, кефир. Сметанин, да. Кефир обезжиренный. 450 грамм. Вот. И также купили мы гречку. Гречка была по акции за 20 рублей. Три штуки мы взяли. Конечно, можно было, кстати, и побольше купить. Хотя другую цену я уже, честно, не помню. По магазину почти не хожу. Но я думаю, рублей на 40-50 она наверняка стоит, гречка. Ну, здесь, конечно, не килограмм, скорее всего. Вот. Здесь, по-моему, даже 800 грамм уже. Маркетинговый ход. То было 900 еще, теперь уже 800. Вот, вот такие вот у нас покупочки. А, ну да, в принципе, я обзор буду делать. Обзор я на Светофоровские, наверное, сделаю продукты. Гречку-то, я думаю, все знают. Кефир. Ну, посмотрим насчет кефира. Не знаю пока. Вот, ну, смотрим дальше. Какой соус еще раз? Острый? Mm-hmm. Поверни эту чебуреки. Ешь давай. Что у тебя там? Так, ешь давай. Там есть мясо? Есть, есть там мясо, есть. То есть это то соус он остренький? Ну, вкусненький, да. Сильно острый? Ну, какой. Ну, там зеленый вообще непонятно из чего. А, зеленого перца, из красного перца, это зеленый перец. Ну, про зеленый мы даже знать не знаем. Там мясо чувствуется? Угу. Вкусный чебуреки надо брать. Да тебе все вкусно. Так, ну ешь давай. Оно горячее. Все там. Сейчас я буду снимать. Вот он чебурек. Внутри есть мясо. Понравилось, да, Жень, тебе? Вкусно? Муж говорит, надо морозилку затарить все. Дешево. Но не сердито, а вкусно. Сейчас буду я пробовать. Потом расскажу. Угу. Чебурек очень вкусный. Мне очень понравился он. Такое прям мясо. Муж уже разрезал колбасу. На вид обычная колбаса. Я почему-то думала, что с белыми прожилинками какими-нибудь. Ну, чебурек такой. 5 минут его грели. Там написано 3-5 минут. Такой хрустящий. Мне понравилось, можно покупать. Советую. Вкуснятина. Ну как колбаса. Вкусно. У тебя все вкусно. Так, ну вот дошла у нас очередь до этой каши. Очень мне даже интересно, как она внутри выглядит. Вот она у нас еще упаковка не вскрыта. Посмотрим, с вами откроем. Так, стоила она у нас там около 50 рублей. Где-то. Сюда поставим. Там пусто. Внутри она такая мягенькая. Наверное, каша. Вот она. Сейчас я ее буду готовить и посмотрим, какая она стала. Потому что каши бывают разные. Некоторые каши бывают очень много. Ну, 6 ложек положишь, например, а ее очень много. Бывает, 6 ложек положишь, она вообще там ее очень мало. И также засыпаешь, там написано 200 грамм, например, а засыпаешь там пол баночки получается. Ну, там я пересыпаю специальную баночку. Вот она. Такая. Так, ну вот я уже налила горячую водичку здесь и кладем 6 ложечек.
Раз. Два. Три. Четыре. Пять. И шестая. Здесь, кстати, вот получилось ее много. То обычно вот эта фирма получается очень-очень мало. Всегда написано, что 200 грамм, а на самом деле меньше гораздо. Когда в банку кладешь, тут нормально. Так, даже воды не хватает, обычно хватает. Сейчас добавим. Кстати, вчера чебуреки были очень вкусные, мяса было прям много, такое мягкое, прям его очень-очень много, удивительно просто, так дешево. Сегодня вот еще досчитаем, сколько их штук, и можно будет, ну, конечно, все равно там получится дешевле гораздо за штуку. Если покупать где-нибудь в киоске, там, конечно, будет дороже. Можно, у кого киоск есть, можно так бизнес свой делать. Купил их там, за сколько они там, 70, что ли, были, за килограмм. Там вообще разделить, даже если их 7 штук бы было, но их больше, каждая была по 10, она получается там не по 10, а гораздо меньше, но при этом есть мясо. То есть не просто там какие-то жилки непонятные, там непонятно из чего, там в принципе... Чувствуется, что там мясо такое. Ну, не фарш, а что-то такое мелкое. Но нам понравилось. Не острое, не соль, не пересоленное. Прям такое, как для меня сделано. Обычно вы знаете, то, что я могу забраковать продукт. То пересоленое, то приторное сладкое. А это прям мне понравилось. Ну вот, немножко перелила водичку. Сейчас она еще настоится и станет более-менее. Так. Так, также я хочу сказать. Мы открываем, вернее, муж открыл с утра икру. Ту. Какая она там у нас лососевая. Уж муж у меня там всеядный, но ему не понравилась эта икра. Вот, не знаю, сейчас попробуем, давайте. Ну, ну да. Такая на чипсы похожа. Как чипсы с икрой есть, вот то же самое. Ну, естественно, она не настоящая. Ну да, имитированная. Вот. Ну, выглядит он. Темно-красная, мелкая. Даже сок. Вот такая вот. Что-то. Вот смотри. Мы доснимаем. Дальше. Да подожди, ты выслушай меня. Так, ну, я есть хочу. Вот я тебе, смотри, сюда положила два соуса. Ну, твоих вот этих вот. Вот, я хочу, чтобы ты попробовал каждый. И сказал, разные они или нет. Насколько они вкусны. Не, ну с вермишелью, наверное. Зеленый вкуснее, наверное. Вкуснее? А красный острее, да. Ну, я хотел, чтобы ты попробовал с вермишелькой, как положено. Да, я хочу кушать. Кто ты прям какой? Ой. Вот такие вот мы сегодня едим. Вкусняшки. Спагетти. Я зеленый попробую, красный попробую сейчас. Да, тебе надо было сразу все вместе перемешать их и все.
Что там обнаружил-то в вермишеле? Морковь. Надо было капусту пожаренную, да? Да. Почему? Ты это, горчица сверху, горчичкой. Так, да, давай-ка ешь. Горчицы не хочешь? Не надо горчицы, не надо. Не хочешь? Нет, не хочу. Про колбасу что можешь сказать? Тебе понравилось? Понравилось. Так, ешь ли я сейчас твою съем порцию? Нет, я сейчас съем. Колбаса мне не очень понравилась, Жень. Она суховатая. Хорошо. Вот, а в целом, в принципе, продукты в этот раз мы купили нормальные, да? Да. Вот. Ну и, в принципе, все. Такой у нас был обзор. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И с вами был канал Артмания. Всем пока-пока. Жень, пока. Скажи пока. Помаши ручкой. Пока.